Тратить миллиарды долларов лишь на то, чтобы стать брокером? Не такое уж прибыльное занятие. Нет. Тут дело вовсе не в прибыли от торговли оружием. Скорее, во влиянии. Влияя на поставки оружия, влияешь на конфликт? Нет. Нет, не то. МБКБ – это банк. Ему важно контролировать не военную ситуацию, а задолженности, возникшие в связи с войной. Видите ли, коммерческий потенциал любой войны, ее ценность – это долги, которые она порождает. Если вам должны, можно манипулировать. Довольно цинично, да? Но в этом как раз сущность банковской индустрии. Превратить всех нас от государств до частных лиц в рабов долга. Я вижу, вы не очень симпатизируете МБКБ.